używa cywili jako broni współczesnej wojny hybrydowej. У нас, конечно, разные на это взгляды, что в Европейском Союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены наплывом беженцев в Беларусь. Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5000 мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский Союз.